и через маленькое окошко будет. Там получается лежит. Грачан, данные все идите. Я только что переписал его и все. Вот, в общем, и вот требуют. И не было вообще горло. Не надо, пускай это вылазит. А? Он там вылезет, я тебе говорю. Где вылезет? Раз. Подожди, сейчас. Да не надо, успокойся. Два. Да не надо, успокойся, мы сейчас все выйдут. Они меня, знаешь, сколько там героина нахуй, пока я в душе был? Жень, да? Да вот. Понятно, ну ты успокойся, тут лучше что-нибудь уже. Сейчас... Это пожизненно было, стопудово, понимаешь? Человек выйдет, ну ты девчонку-то пожалей, она тебе... Я что сказал? Жень, вы... С той стороны не подходи, хорошо, не подходи. Хорошо. Не надо, он не... Успокойся, тут... Вытащи его. Все, все, вот так вот, давай, все. Идем скоро. И девчонку отпусти, девчоночку отпусти, пожалуйста. Я тебе что сказал? Ты успокойся, доктор только... Вот. Это врач! Кто сказал? Это врач! Женя! Ну ты тут... Ну выпиши! Ну сейчас вы... Вот же врач есть, давай потихонечку. Потихонечку, давай. Я знаю, что я тебе вижу. Давай, вот же у меня все есть, все готово. Не надо ничего. Ты просто забери своего друга, 5 минут дай мне и все. Какого друга? Он снизу готов. Да это врач. Женя, ну убери нож от нее. Ну ты же человек, Женя, убери нож. Ну что ты, блядь, это? Женя. Я прямо в сердце убью, идите. Женя. Ну, не, смотри, ты приближайся, не пожалуйста, на мне. Пошел! Что ты делаешь? Ну, нехороший дядька. Мы ему сейчас накажем. Да, сейчас он получит по первой очереди. У тебя одежда где? В комнате. Ну ты можешь, сейчас все принесу, сейчас врач придет. Сейчас мы это давление померить, да. Мы его выведем, чтобы он тебе не мешал. За что объясни? Давай. Мама девочки, пройдите. Проходите сюда. Подходите. Она немножко ушел, не испугалась. Обними ее, все нормально. Бабушка сейчас. Она в скорую помощь сейчас придет. Все, успокойся. Все уже самое страшное позади. Вот заскочил человеку. Вашу дочку. Захватил. Ну уже все, сотрудники полиции отработали, он задержан.